Почему подростки становятся агрессивными? Для подростков это нормальное явление, потому что в переходном возрасте возникают гормональные изменения. Они не умеют пока еще контролировать свои эмоции или не научились. А вы сами-то умеете контролировать свои эмоции? Не кричать, не раздражаться. А что вы хотите от подростков, которые еще не могут совладать со своими эмоциями? Нет понимания у подростков своих проблем, понимания того, что с ними происходит, и все-таки дать возможность своим детям, подросткам чувствовать себя в семье спокойно, тепло и уютно, где точно можно чувствовать себя в безопасности, в любви и заботе.